Археология и Крымская война. Эпизоды. В музее-заповеднике Херсонес-Таврический открылась новая выставка. Карты, гравюры 19 века, картины военного художника и предметы, которые были найдены во время подводных исследований в Казачьей бухте. Новая экспозиция расскажет севастопольцам о крымской кампании 1854-1855 годов. Новая выставка – это эпизоды истории и событий, которые коснулись Херсонеса. В дополнение к артефактам, которые были найдены во время подводных исследований, в Малом Византийском зале представлены предметы из научного архива и библиотеки музея-заповедника. Они знакомят посетителей с европейскими привычками быта, помогут узнать судьбу туманного колокола и увидеть уникальные предметы, которые многие годы пробыли под водой. На выставке представлены карты, фотографии и гравюры 19 века, в том числе картины военного художника Уильяма Симпсона. Увидеть экспонаты и познакомиться с эпизодами Крымской кампании 1854-1855 годов желающие могут до 22 апреля.